Всем привет! Ну что ж, давайте продолжать. Я тоже, но в данный момент Рикс и его бойцы единственные, кто не пытается нас убить. Отлично. Так, что это? Эмочка. Нет, эмочка не нужна. Натянем их. Блин, я там ничего не вижу. А, вы не видите. Есть. Снят. Чёрт. Блин, ни хрена там не видно. Меня прижали, не могу высунуться! Да ладно. Чёрт. Минус один. Снят. Есть. Второй тоже. Бегу! Пивко. Чаёк. А, это музыка, блин. Да кто там? Прикройте меня! Нет. Адамс, блин, отойди. Противник убит. Эмочка. Где мои боеприпасы? Все это чужой. Ха-ха. С чем он бежал? Секундочку. Придется все-таки ямочку взять. Патрончики. Есть. Блин, где мои ребята? Чуть не убили. Фак. Go. Ну, давайте со мной. Куда вы? Парни, сюда вот.
Да, кто идет? Сюда идет еще одна группа! Не зевай! Это еще не все! Внимание, боец! Осторожно, он близко! Простите, купи! Ну, мать твою! Черт! Он, блин, все время там стоял? Только не с самого начала, пожалуйста. Фу. Ножом? Смешон. Осторожно! У него дробовик! Чёрт! Цель приближается! Цель движется! Снять его! Цель поражена! Всё! Здесь становится жарко! Так, стоп. Прикройте меня. Нет, патронов не нужно. Иду. Yes. На, на. Идут со стороны бассейна! Уничтожить! Заряжай! Че он стал? Ха-ха, не ожидали! Получай, да чёрт! Умри! Пробиваемся к машинам, по-другому не выберемся! Первого. Бегу! С ножом? Чёрт! К нам движется противник с ножом! Справа, слева. Давай быстрее, Лукер. Секундочку, секундочку. Цель движется. Граната. Есть. На. Yes. На. Шапка спала. Так, займемся чертовыми грузовиками. What the fuck? Что мне делать? Противник убит! Готов!
Вы еще живы. Хотите жить дальше? Советую. Быстрее, парни. Мы поставим этот город на колени. Увидимся. Давай, давай, давай. Езжай. Пристрели его, или справишься сам. Выберемся живыми, он весь дурый. Ему есть цена, Уокер. Надеюсь, ты готов ее заплатить. Так, а пап... Чё, какого хрена? Право, за трактором! Что там за трактор? Лежать, сука! Они просто стаканы! Такими силами они нас точно не остановят! Ага. Я прям терпели. Да. Если вы решили, что я позволю вам украсть воду и погубить город, вы жестоко ошиблись. Только там один вылез. Ее! Снайпер? Нет! Дорогу. Здесь мы как молодцы! С этим я разберусь. Не дайте им подойти. Лежать, сука! Ха-ха-ха. Давай, давай, давай! Еще немного! Да! Держитесь, парни! И да! Они громят машины! Охренеть! Убил, сука! Кого? Уокер, Хамби приближается справа! Это не все! Берегись! Но! Лукас, бейте в пушку! Ирина! Да, я как... Машина! Черт! Черт! Как я еще живой, не знаю. Ни хрена себе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой... Иди нахрен. Одиночка. О, нет, я один. Пистолета нет? Нет. Кого? Возьми палку, палку возьми! Ребята, пейте, пейте, я вас не трогаю, блин, не подходи. Давай, давай, проваливай! Чёртовы американцы! Чёртовы американцы! Давай, проваливай отсюда! Помогите мне! Я слышу, что вы там. Рикс, это ты? Твою мать. Я здесь! Рикс! Да где ты? Я не... А, черт. Держись, я тебя вытащу. Призжала бедолагу. Оставь, мне уже все равно. Воды нет.
И это главное. Черт. Не так все должно было выйти. Он в тебе не ошибся. Слушай, если мир узнает, что он сделал, весь регион объявит там войну, нас победят. Теперь никто не узнает. Да ты псих. Смешно. Гулд сказал так же. Может, это было жестоко, зато правильно. Опять же, живым я отсюда не выберусь. Сделай одолжение. Не дай мне сгореть. Чего? Блин. Ну же, Уокер, прошу. Ну что ты стоишь, а? Сердце. Капец. Ребята. Уокер, прием! Да, на связи. Слава богу, мы видели проклятых. Пришлось бежать. Мы уж думали, ты не успел. Мне повезло. Рикс? Труп. Хорошо. Нет, плохо. Хорошо. Он нас надул. Из-за него жители Дубая умрут через пару дней. Город нужно эвакуировать как можно скорее. Интересно, как ты намереваешься это сделать? Луга? Ой, простите, я вас отвлек? Твою мать, держись, Луга, я уже иду. Не волнуйтесь, он получит сообщение. Ага, да с пустым пистолетом. Эй, Тут пушка. Приятель, как-никак это семейная радиопередача. Рейтинг для всех жаждущих. Черт, у них подкрепление! Блин, трона мало. Ой, как неудобно-то, Марти. Ну не смущайся. Теперь остались только ты, я и несколько тысяч слушателей, смертельно жаждущих узнать. Марти, что тебе делать, когда они придут? Ха-ха-ха! Они хотят пить, они хотят жить, они хотят кушать, хотят тебя убить. Марти, что тебе делать, когда они придут? Эх, Марти. Да уж. 6 патронов. Луга, берегись! Чего? Какого хрена? Попался! Отвали! Заткнись! Спасти Луга. Все кончено, лейтенант. Бросьте оружие, иначе сержант Луга умрет! Не слушай его! Заткнись! Уокер, если ты слышишь... Они взяли Лугу. 33-й меня прижал. Мне не добраться. Ты нужен Стиви. Луга, берегись! Нет, Луга погиб. Черт. Все кончено, лейтенант. Бросьте оружие, иначе сержант Луга умрет. Не слушай его! Заткнись! Уокер, если ты слышишь? Они взяли Лугу. 33-й меня прижал. Мне не добраться. Ты нужен здесь. Вы слышите, лейтенант? Я не шучу. Сдавайся, иначе я убью сержанта. Ответь, Уокер. Где ты, твою мать? Тихо. Враг убит. Ты вовремя. Как всегда. Возвращайся. Противник получил подкрепление. Снайпер, наклони тут везде! А, детка. Внимание, боец на берегу! Топ, перезарядочка. У нас да. Чисто, а у тебя? Аналогично. Фу! Распродажа фигурок бойцов Дельты. Повторяю, настоящие фигурки Дельты с
Это точно. Здесь некуда! Можем пройти дальше! Ладно, пробиваемся! Блин! Вот Руслак меня. Нет, 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 нет. Не слушай его! Заткнись! Уокер, если ты слышишь, они взяли Лугу. 33-й меня прижал. Мне не добраться. Ты нужен здесь. Вы слышите, лейтенант? Я не шучу! Враг! Да ты вовремя! Как всегда! Противник получил подкрепление! Минус один! Так что движется! Прижай! Цели, мать им! Я подам стрелу, твою мать! Тихо, тихо. У нас чисто, а у тебя? Аналогично. Внимание, 33-й батальон. Распродажа фигурок бойцов Дельфи. Повторяю, настоящие фигурки Дельфи в торговом центре. Снова гости. Пора разобраться с этим уродом. Сначала надо выбраться отсюда. Видите, куда идти? Здесь некуда. Твою мать, беги, дебил, кусок. Цель поражена! Меня всерьез прижали! Стоять! Готово! Че, еще можно пополнить? Проклятие! О-хо-хо-хо-хо! Резало чувака. Так, еще патрончики. Так-то лучше. Мы в пути! Противник справа! Уокер, нужна помощь! Противник у магазина игрушек! Ребятки, какие здесь, ну, самые страшные на этом свете? Хорошая шутка. Что, не смешно, а? Нет? Пошел нахер, ты сотрудничаешь с военным преступником. Нет, это вы пошли. Пошел нахер. Вашу понятия не имеете, кто этот человек и что ему приходится делать. Да-да, именно приходится. У него был выбор, как у любого из нас. Что это? На мост! Бегом! Внимание! Подперли через крышу! Только попадись в мир! Придушу! Блин! Пипец! И еще один! Задержите их! Перезаряжаю! Есть! Че, дробаша возьмем? Ну давайте попробуем. Прикройте, пойду вперед! На Одессу. Уокер, один вне укрытия! Там, я прикрываю! Противник мертв! А-а-а-а-а. Yes. Не подпускайте их! К тебе идут гости! Огонь, мать вашу! Я займусь им! Они прорывают! Нас прижали, Вотя! С твоей стороны! Попробуй их обойти! Принято! Мы можем тебя прикрыть!
Есть. Чё, манекены? Какого хрена? Чё, где ты? Шутишь, да? Только этого не хватало. The fuck? Твою мать, застой ты! Огер, быстрее! Что это? Здесь становится жарковато! А то я сам не вижу! Ну, мать твою! Что за хрень? Давай, быстро. Что это было? Жители умрут от жажды. Воспользуемся его системой для оповещения. Только выясним, откуда он вещает. Да уж. И... Тра-та-та-та-та-та-та. Чёрт, у нас контакт. Где они? Над тобой. Чёрт. Быстрее, мы подзрели магнёв! Держитесь, я иду! Убил, сука! Умер, умер. Ой-ой-ой. Не спеши, Марти. Не выдавай свою позицию. Ты же не хочешь, чтобы другие узнали, где ты. То есть, тебе ну совсем не нужно. Чтобы другие узнали, где ты сейчас! Становится жарко! Не ждал от меня такого, а? На. На, на. Умирай, мать твою, быстрее, Огер! Чё, луга, луга, луга? Умирай! Прикрываю! Хорошо. Прикрой, заряжаю! Спасибо, старик. Бегу не кончились. Нет проблем. What the fuck, what the fuck? Чё это? Опять гости! Твою мать, когда это кончится? Ой, ребят, чё вы разрываете мне сердце? Хотя, вы сами находились. Нас тут зажимают, Огер! Что делать? Использовать метро! Я прикрою отсюда! Здесь не получится! Мы застряли! Охрана продавцов! Огер, очисти сектор под нами! Мы спустимся по трусу! Движение укрытия! Адамс, Адамс! Противник убит! Чисто! Давайте, давайте, сюда, сюда. Его дробови! Ох ты, ну. Лестница на дальней стороне! Идем, прикрой нас! Они идут сзади! Черт, Уокер! Убей этих уродов! Кайл поражена! Штурмовик на поле! Нету штормника. Вот еще один! Готов! Готов, сукин сын! Вот крышение! По нам огонь! Дверь заперта! Нужно найти, чем ее подорвать! Как насчет РПГ? Должно сработать! Уокер, прикрой меня огнем! Дверь открыта! Вперед! Уокер, отрежь их! Понял!
только ничего не знал. Yes. Не вижу неприятеля. Кто где еще? Все, защитил, отлично. И ходим. Ха, привет, парни. Мне с вами спокойнее. А вы как? Да. Отлично. Слышал? Что? Кажется, из-за двери. Готовьтесь. Пошли. А ну, бросай оружие! Давай, быстро! Ребята, не стреляйте! Я сдаюсь! Я сдаюсь! Это еще что? Кому-то надоело быть солдатом. Имя? Штаб-сержант Джон Форбс, личный номер 867530. Ты отнюдь не военнопленный. Насколько я знаю, ты даже не солдат. Вы не можете? Я могу все, что угодно. Так, этот придурок диджей, откуда он вещает? Диджей? Он под охраной. Вам не добраться. Это уже наши проблемы. Там, на вершине Трансэмирейтс. Луга, ты сможешь взломать систему вещания? Готовьтесь, эвакуация грядет. Будет некого эвакуировать. Что ты сказал? Подумайте, Кэп, это пустыня. Сколько, по-вашему, эти люди проживут без воды? Господи. Полковник хотел одного, чтобы люди выжили. Помните это. Мы учтем это, когда он снова нападет. Дубаю осталось недолго, господа. Идем. Ну так кто займется диджеем? Ты вообще о чем? Он просто так не сдастся. Мы же ему рот затыкаем. Три бойца против толстяка с айподом. Мне уже страшно. Ожидай неожиданности, Адамс. Прогнись и побеждай, сука. Эй, ты понял, о чем я? Куда теперь, Луга? На север, по крышам. Выйдем прямо на него. Хорошо. Так, ладно, мы закончим. Так, секундочку. Все. Похоже, не за нами. Это первое. Куда это она? Похоже, что в башне. Подкрепление. Только этого нам не хватало. Да ладно тебе. Зато настреляемся вдоволь. Ладно, на этом все. Всем пока-пока. До скорых встреч.